Жителя Славгорода в Бийск доставили под конвоем. Молодого человека обвиняют в заведомо ложном акте терроризма. В конце прошлого года он сообщил о взрывном устройстве в здании Бийского ЖД вокзала. Тогда по тревоге были подняты все оперативные службы города. Эвакуировали пассажиров ЖД и автовокзала. Продавцам двух крупных торговых центров тоже пришлось закрыться. На перроне и в самом здании работали кинологи. Однако взрывное устройство они так и не нашли. Сообщение оказалось ложным. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что таким образом иногородний пытался решить вопрос с ночлегом. Подумал, бесплатно можно переночевать в правоохранительных органах. И решил сделать что-нибудь противоправное, чтобы обеспечить себе ночлег. Придумал он достаточно изощренный способ. Подошел к сотрудникам полиции и сообщил о том, что сейчас он, находясь около железнодорожного вокзала, слышал, как мужчина кавказской национальности звонил по телефону и сообщил о том, что он заложил бомбу в железнодорожном вокзале. Ущерб от ложного вызова оценили в 120 тысяч рублей. Отметим, приговор судья должен был огласить еще в феврале. Однако подсудимый дважды проигнорировал процесс. Уголовника объявили в розыск. Но уйти от наказания ему не удалось. Ничего не буду говорить. Отказываетесь? Да. Уголовное дело в Бийском городском суде рассмотрели в особом порядке. Свою вину лжетеррорист признал в полном объеме. Окончательно назначить Пикалину Алексею Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Избранное в отношении Пикалина Алексея Сергеевича мера пресечения в виде заключения по страже оставить прежнее вступление приговора в законную силу. Срок наказания Пикалину Алексею Сергеевичу исчислять с 7 апреля 2015 года. Приговор в законную силу еще не вступил. У осужденного есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда. Евгений Плохотин, Сергей Дровских, новости ОТН.